Нет такой национальности азербайджанцев. То есть вообще никаких казахов не было. На российском государственном телевидении продолжают оскорблять соседние с Россией страны и народы. Например, в эфире федерального канала НТВ меньше чем за минуту умудрились оскорбить сразу три вполне дружественных России государства. Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Один из экспертов в студии заявил, что все эти государства являются искусственными и выдуманными, и ни казахов, ни узбеков, ни азербайджанцев никогда не существовало, и вообще это не народы, а так непонятно что. Вот смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Вообще потрясающе, насколько российские шовинисты ненавидят Казахстан. Ну, казалось бы, за что? Это вполне дружественное России государство. Казахстан состоит и в таможенном союзе, и в ОДКБ, и помогает какие-то товары в Россию поставлять, там в обход санкций. Ну, казалось бы, за что можно его ненавидеть? Но все вот эти российские шовинисты относятся к Казахстану просто с какой-то вот иррациональной злобой и ненавистью. И вот просто ни за что цепляются к нему, любой повод используют для какого-то скандала, для каких-то территориальных претензий, оскорблений. И все это происходит вот просто без какой-либо осмысленной причины на ровном месте. Там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций, например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. Узбекам тоже досталось, причем, ну, тоже совершенно без какого-то повода на ровном месте. То, что несет этот мужик, это абсолютная безграмотная дичь, которую, ну, легко опровергнуть, просто даже если вы в Википедию зайдете, почитаете. То есть то, что он говорит, не имеет никакого отношения к реальности. Он нападает на Узбекистан, ну, вообще не в связи с каким-то событием, не потому, что Узбекистан что-то плохое сделал России, а вот просто так, да, взял, выдумал какую-то дичь из головы, несет ее в эфире, оскорбляет целый народ, и тоже вот, ну, просто невозможно объяснить, зачем они вообще это делают. То же самое создавалось, ну, а кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцы. Ну и азербайджанцев, как вы понимаете, тоже не было. В общем, никого не было, все вокруг одни сплошные какие-то неполноценные выдуманные народы, и только они в своей России великие. И чтобы вы понимали, вот эти люди, да, которые откровенно выражают презрение просто ко всем вокруг, демонстрируют такой шовинизм, они еще кого-то другого обвиняют в фашизме, кому-то еще какие-то выдвигают претензии, что там где-то в Украине фашизм, хотя фашисты это они сами, потому что то, что они говорят, вот это презрение к другим народам, которое транслируется на государственных каналах, это, ну, просто более явного фашизма нигде не найти. В Украине вы не увидите на телевидении проклятие вот такие или такое презрительное отношение вообще ко всем окружающим Украину народам. Там, ну, нет у нас такой ненависти, никто ее не сеет там в отношении всех народов. Есть, конечно, понятно, конфронтация с Россией, но это только с Россией. Те, кто на нас не нападает, у нас нет какой-то пропаганды враждебной в отношении тех государств, которые нас не трогают. В России же идет вот такая пропаганда, посмотрите, даже в отношении друзей тех государств, которые входят в таможенный союз, в ОДКБ, которые России ничего плохого не сделали, и все равно на государственных каналах звучат вот такие вот вещи в отношении этих народов и государств. И я подчеркиваю, да, что этот же бородатый шовинист не просто в своем блоге где-то это написал, можно было бы сказать, что это его частное мнение. Нет, он это говорит на государственном канале, куда людей с улицы просто так не приглашают. Там выступают только те, кто надо, и озвучивают методички, которые им дают. И то, что он говорит, это часть российской государственной пропаганды. Значит, это такой курс. Значит, это российское государство его специально позвало, чтобы он это все озвучивал как бы с государственного канала. Это рупор российской государственной пропаганды. Это важно, да, чтобы все просто понимали. Мне бы очень хотелось, чтобы
в этих государствах, о которых он говорит, да, в Казахстане, в Азербайджане, в Узбекистане, это все видели и понимали, что дело не в Украине, как Россия говорит, да, что вот мы боремся в Украине, там фашизм, там какой-то киевский режим. Да нет, они ненавидят всех, не только украинцев. Они же говорят, что нас нет, мы выдуманный народ. Теперь они говорят, смотрите, узбеков нет, казахов нет, азербайджанцев нет. То есть они всех ненавидят, у них ко всем такое презрительное отношение. И важно, чтобы там, вот в этих странах, которые они оскорбляют, чтобы там это видели, чтобы там это знали и понимали. Это важно. Если Россия так к своим союзникам относится, ну как бы понятно, чего от нее можно ожидать. Поэтому оставляйте комментарии, лайки, чтобы видео набрало больше охват, больше просмотров, чтобы его видели тоже в этих государствах. И обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.